Данил Дмитриевич, поздравляем с первой победой. Поделитесь впечатлениями и в целом проанализируйте матч. Да, хорошая игра. Благодарен ребятам, то, что сыграли строго. Да, там где-то опять первыми пропустили. Это уже наш, скажем так, наша проблема. Но на третий период вышли, проигрывая, вытащили матч. Сафонову какую волшебную пилюлю давали? Ну, есть у нас свои методы на него воздействия. Спасибо. Удачи в следующей игре. Поздравляем с победой. За счет чего сегодня удалось ее добиться? Командная работа. Пацаны все старались. Вратарь нас потащил. Вот отсюда и результат. Поначалу бы спутник был в роли догоняющих. Вот о чем говорили? Да ни о чем. Просто забивать, выходить вперед и побеждать. Ну, теперь опиши свои голы. Просто закрыл глаза, бросил. Все. И в первом голе защитник бросил, я добил. Ничего такого не было. Ну, теперь осталось только удачу поймать за хвост и держать ее дальше. Да, будем стараться дальше побеждать. Спасибо, удачи. Спасибо.